Ребят, сейчас едем с Виталей. А что ты с тобой поворачиваешь? А, ты пропускаешь? Сейчас едем с Виталием в эпицентр, сейчас посмотрим в самый крупный эпицентр, как он во время военного положения вообще работает или не работает, сейчас я вам покажу. Мы в Черкассах. Бля, блондинка, куда ты прешь, ёб твою мать? Пипец, бля. Она вообще не понимает, что делает. Заводят, да, такие люди когда? Да нет. Что на них нервы тратят. Блин, ну людей дофига, слушай, машин же. Да? Пипец. А, по пешеходке идет. Он прав. Нифига себе, блин, людишек. Тачек, тачек и тачек, блядь. Где ты поставил? Да хера ты дальше. Эпицентр. Да работает, ты посмотри. Да хера сейчас. Угу. Ребят, получается, что сейчас, блин, сирена звучит и все выходят. Все люди выходят, и мы, блин, не попадем, к сожалению, в магазин. Блин, пипец. Это же все уезжают, получается, Виталь. Жесть. Наконец-то конец тревоги, ребят, и мы зашли все-таки в эпицентр. Пусто вообще, полностью все пусто. Здесь смотрю, людей мало, вообще пусто. Виталь, может, смотри, вот такие вот штуки, блин, прикольные. Мясо, курки властному этому. Может взять только 69 гривен, иначе недорого. Вермишели. Здесь даже продукты уже начали производить. Черкасса. Черкасса? Ну, что, Черкасса. Можно вот такую взять, какую-то вкусняшку. Давай лучше попробуем. Пойдем поедим? Ну да. Блин, ну людей мало вообще, вообще никого нет, пипец. Вообще все, блин, мало. Офигенно. Смотрите, какие еще. Смотрите, какая грильница. Это именно гриль, да? Угу. Да, керамический. Это же открывается, да, получается? Там дыр? Фига. Как он открывается? Он же должен как-то открываться. Ну, да. Ну, короче, если мы сейчас его откроем, то нам придется его покупать. Виталий, ты прикинь, сразу с полочками, короче. Прикольно. Вот так вот. Все. Представляешь? Сразу, да? Прикольно. Офигеть. Вот. Да, вот она открывается. Еще нифига себе. Понял, сюда, блин, что-то ставишь, ну тяжелое. Вот детские уже идут, прикинь, для детей. Это мы сегодня должна Ника уже знать, мальчик или девочка. Сегодня? Да. Ух ты. Она сегодня, кстати, тоже в Черкассах должна быть, прикинь. Уже ребят будем знать, мальчик или девочка. И тогда уже можно, кстати, выбирать, потому что сейчас бессмысленно что-то выбирать детские игрушки. Но я думаю, что будет девочка. Я бьюсь за девочку. Отвечаю, я так хочу девочку. Я просто прям мечтаю. Ну, если будет пацан, то будет пацан. Ничего. Двойня. Двойня будет. Потому что тогда... -то... Ну, я чувствую девочкой. Можно, кстати, уже сейчас что-то даже купить. А? Как ты чувствуешь? Ну, не знаю. Мне кажется, что я всегда хотел, чтобы именно девочка. Куколки вот это собирать и что-то. Блин, да. Я, кстати, теперь уже эксперт в шмотках. Ты уже, Я в шапочках понимаю теперь. И в длинных волосах. В длинных волосах я не понимаю, в шапочках понимаю. Блин, кстати, боже, какие интересные вещи, ребят. Сейчас разбавлю вам хоть немного. Как-то видео. Нифига, вот эти шапочки, это отстой. Да, ты думаешь? Я уверен. Я же эксперт в шапочках. Вот это отстой. Боже, какие вещи. Я уже представляю, что-то, блин, выбирать ребенку. Таля, я тебе говорю, я уже забыл, что это такое. Вспоминаю. Просто забыл. Ты тоже уже, тебе, да. Малому 18 лет, нифига себе. Да. А хотел бы еще ребенка? Ну, такое, да? И да, и нет. Не на камеру. Понял. Я бы, блин, не знаю. Блин, ну я не знаю, что тут еще. Ну, это уже такие взросленькие.
Да. Да? Да, это уже поставил. Пипец. Вон игрушки, пошли посмотрим здесь. О, сколько здесь игрушечек. Вот такую сразу акулу можно купить, короче, да ты не блин. Но все равно это грудничок. Ребят, пипец, сколько всего здесь. Сколько. Не знаю. Тут глаза разбегаются, что покупать. Вот для девочки можно было бы такой чемоданчик купить. А машинки? Ну, машинки это уже для пацана. Какое? Малина. И почем? По 60 гривен, да? 62, да. Да. Джем персиковый. Персиков? Да, персиковый. Вишневый. Блин, я бы вот это... Это персиковый? Да. Нифига себе, слушай. Персиковый. Абрикос. Вишневый. Так 110 гривен, Виталий. Ну да, так оно по 60. Да слушай, это 30 долларов? Ой, то есть какие 30 долларов? 3 доллара. Даже 4. 4 доллара. Прикинь. Шара. 4 бакса. Да ну как сказать? Не, ну для американца шара. Ну да. Все, заказали с Виталием еды, ребят. Конечно, здесь дорого вышло, но все равно. Зато хоть перекусим. Потому что сегодня у нас такой тяжелый день. Мы приехали в Черкас. Я потом расскажу. Сейчас ничего не хочу рассказывать. Скоро вы увидите, почему приезжали. Ну такая кафешка пустая. Людей вообще нет практически. Слушай, приятного аппетита. Спасибо тебе. А, у тебя борщ, да? Спасибо. Да, у меня борщ. Ну, ты класс. Да, только вернулся домой. Приехали с Виталиком с Черкас. Немного попутешествовали, немного разбавили всю обстановку. Показали вам чего как у нас сейчас в стране, именно в нашем городе. Как у нас именно сейчас в нашем городе и в ближайшем. Более-менее тьфу-тьфу. Немножечко спокойно, но все равно очень напряжливо. Кое-какие магазины все-таки работают, полные, да, товар есть, людей, конечно, мало, но есть и магазины, которые вообще пустые. Я вам завтра покажу, именно в своем городе, там вообще будут ужасно пустые магазины. Что еще хотел сказать по поводу Ники? Спрашивают, где Ника? Ника поехала домой, она не с нашего города. Она поехала в свой город, потому что мы реально очень сильно с ней вдвоем заболели. Она заразилась от меня, ну короче, пипец. Сейчас уже лучше, все, уже температуры нету, вирус ушел, уже все нормально. Врач сказала, я могу уже полностью нормально, цивилизованно жить, выходить. Ника тоже сейчас долечилась, мы постоянно на телефоне. Очень хороший момент и важный. Завтра, все-таки завтра, я думал сегодня, завтра мы узнаем, кто будет, мальчик или девочка у нас. Вы обязательно об этом узнаете. Я буду это все снимать. Я еду в Черкасы. Мы едем в больницу. И мы уже будем проверять, это 18-я неделя, или 17-я, или 18-я неделя, в общем. Мы уже будем смотреть, врач будет делать УЗИ и смотреть, как там обстоят дела. Дай бог, держим кулачки все, чтобы было все хорошо с ребенком. Потому что это такой важный, ответственный и очень момент. Что еще хотел сказать? Извините, что говорю в нос. У меня так все забито, я не знаю, до сих пор нос забит, температуры нет, все уже, в принципе, нормально, вот только вот забитый нос. Что еще хотел сказать по поводу того, хочу ли я девочку, хочу ли мальчика. Конечно, хотелось бы девочку. Я очень сильно люблю вот маленьких куколок, которых надо там одевать, наряжать, я не знаю, косички плести, юбочки, платьичко разное. Ну и девочка, это более нежно. Вот что-то меня вот тянет прямо к деткам, именно когда девочки. А будет мальчик, конечно, но мальчик, это как Господь Бог уже даст, так и будет. В принципе, Господу виднее. Я не расстроюсь и не обижусь. Хотя Ника сильно переживает, что если будет мальчик, говорит, я даже не знаю, что я сильно расстроюсь, потому что ты так хочешь очень девочку. Ну, тут уже не мы уже выбираем, как генетика поведет себя, знает только Господь Бог. Что еще хотел сказать? Ребят, у нас уже тепло, у нас уже весна чувствуется, уже практически можно уже раздеваться, но все равно беда не дает покоя, нет хорошего сна, нет доброго утра, спокойной ночи, и, в общем, как-то так вот, ребята. Отсутствие аппетита, вот все это вот как-то вот полностью навеивает какой-то пессимизм, потому что в нашей стране, вы знаете, война.
погибают города, просто разрушены, камня на камне не осталось. Очень страшно, очень страшно. Я не знаю, чем это закончится дальше. Даже уже говорить об этом больно. Что еще хотел сказать? Какие отношения у меня с Наташей и с Лерой? Ну, что вам хочу сказать? Наташа со мной не хочет общаться, не разговаривает. Лера не берет ни трубку, не отвечает на сообщения, я пишу. Ну, не знаю, чего уже сказать. Не знаю. Обижаются на меня. Как поговорить, как решить этот весь вопрос, я не понимаю. Все пошло после выпуска видео, как я выпустил с Никой это видео. Я смотрю, какие-то недовольства ужасные, пишут комментарии, какой-то хейт пошел. Ребят, я просил вас, пожалуйста, не хейтите, потому что человек беременный. Ну, мне не нужны сейчас вот эти вот лишние переживания по поводу того, что вы пишете там гадости, угрозы в ее сторону, там, какая она ужасная, какая она плохая. Каждая из вас будет еще мамой. И не дай бог вам пережить то, что переживает она. Просто вот так вот получилось. И я блогер, да, видеоблогер. У меня есть своя аудитория, есть своя семья, которая имеет право критиковать, осуждать, оскорблять. То есть, как бы, я вас тут уже никак не успокою, вплоть до того, что просто по моей просьбе прошу вас не писать гадости в сторону беременной девушки. Эта девушка моя, это мать моего ребенка, и в ней будет мой ребенок, наш с ней ребенок. Попрошу вас, пожалуйста, не пишите никаких гадостей, но вам никто ничего не сделал. Она вам ничего не причинила, не оскорбила ни вас, ни вашу семью, ни ваших детей. Пожалуйста, те, кто еще не были мамами, вы же будете мамами, и представьте хотя бы себе на секундочку, что у вас животик, а вас уже со стороны пишут, что какая-то плохая. Какая-то ужасная, какая-то несчастная, чтобы тебя вообще, чтобы у тебя не было ребенка, пишут разные вон вещи, ужасные просто вещи пишут. Ребят, я вас прошу, пожалуйста, не пишите под всеми там видео, там, под Наташиными видео, я знаю, мне говорят, пишут. Просто ужасные комментарии. Что вам хочу сказать, что следите за нашими выпусками. Видео будут чаще выходить, будут выходить с Никой. Мы еще ждем ребенка, повторюсь, мы уже. Ой-ой-ой, скоро, где-то к августу, в августе должен родиться ребенок. Ну, будет очень интересно, я вам обещаю, вы знаете меня. Так что я для вас буду стараться снимать очень интересные видео, снимать свою жизнь, свою такую всю прям, ребят, куражную, беспредельную, непонятную, проблемную свою жизнь буду показывать вам. А от вас только следует, ну, либо смотреть, либо не смотреть, отписаться или подписаться тем, кто сейчас смотрит. Вопрос по поводу фотографии, которая постоянно стоит у меня возле телевизора. Это фотография с Дубай. Это общая семейная фотография. Я, Лера и Наташа писали комментарии, как это так, что на видео ваша девушка с вами находится здесь, в квартире, у вас стоит фотография вашей семьи. То есть я вам сейчас отвечу, я не знаю, большинство, возможно, поймет, возможно, нет, но чтобы вы понимали, Ника намного адекватнее, намного выше и мудрее всего. Поверьте, ребята, эта девушка, мало таких девчонок, таких как она. Она может очень многое понять, то, чего не поймут другие. Она очень достаточно легко относится к этому, спокойно. То, что для меня дорого, то, что для меня важно, Ника всегда говорит, если все, что для тебя важно, я хочу делать так, чтобы ты был счастлив. Все. Говорит, моя задача, чтобы ты был счастлив. Остальное не важно. Ну, вот так вот все и происходит. То есть фотография стоит постоянно на этом месте, никуда она не смещается, никуда она не прячется, ни по каким шухляткам. Эта фотография здесь стояла и будет всегда стоять. А, так же самое, как фотография с моим ребенком. Тут с Лерой здесь обязательно эта фотка будет здесь стоять. Никто никогда этого не уберет. Ника достаточно мудра и грамотна по отношению к этому всему. Она понимает, что для человека важно, что для человека главнее, лишь бы он был счастлив и жил в комфорте. Понимаете?
как ему было удобно жить, так и он и должен жить. То есть мало таких девчонок я в своей жизни встречал, но, видите, в моей жизни встретился такой человек, который все понимает. Она не устраивает истерик, она не заводит там никакие, блин, серьезные разговоры по этому поводу. У нее там пена со рта не льется, она не оскорбляет и как бы позволяет находиться тем вещам, для которых для меня дороги, находиться в этом доме. Они здесь и будут стоять. Это не то, что как бы я там, блин, четко сказал, все, это здесь будет, это должно стоять, ты меня поняла. Нет. С одной стороны, это было бы и так, я бы все равно никогда не отказался от того, что у меня есть, потому что я не собираюсь никогда прятать фотографии, которые для меня дороги, там, где мой ребенок, это память, а я не собираюсь память эту прятать куда-то. Но, тем не менее, она понимает все достаточно мудро, поверьте. Никаких скандалов, никаких надутых щек и опущенной головы вниз нету по этому поводу, что ей что-то неудобно, ей что-то не нравится. Даже если это так, она, наверное, никогда этого не покажет. В этом есть ее плюс. Вот так, ребята. Так что хочу всем сказать большое спасибо. Сегодня было коротенькое видео, небольшое. Я привык уже с вами по 20-30 минут показывать видосы, ребят. Так что, конечно, извиняйте. Сейчас буду, не знаю, что сейчас перекушу, наверное, что-то. И то нифига нету, блин, одни конфеты, яблоки. Значит, сейчас надо, кстати, посмотреть. До сих пор говорю, у нас кошмар. Короче, ничего нормального нет. Одни конфеты, булки. Ну и все. И яблоки. Все. Все, больше ничего нет. Так же самое. У меня здесь ничего нет. Лимонад. Ранчик надо сейчас попить. Что-то такое. Молоко уже, наверное, неделю здесь стоит. Все, больше ничего нет, ребят. Так что я голодный. Пока что. Пока не приедет Ника. Все. Так что всем пока. До завтра. Завтра мы едем. И узнаем уже, кто у нас будет. Мальчик или девочка.